Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы немного поговорить о такой замечательной добавке, как масло вечерней примулы. Содержит оно у нас, соответственно, источники омега-6, это жирные кислоты, это линолевые и гамма-линолевые кислоты. И, соответственно, для чего они, да, в первую очередь, это, конечно же, здоровье нашей кожи. Масло вечерней примулы замечательно способствует как устранению роговевших участков, да, так и устранению воспалительных различных процессов в коже. То есть это, конечно же, в первую очередь речь будет идти об угревой сыпи. Масло вечерней примулы способствует устранению симптомов хилита, ну, то есть это когда воспаление идет, болевые ощущения идут в области губ, да, и, соответственно, в контексте с лечением акне. Эффект от масла вечерней примулы достигается не менее чем 500 мг, соответственно, может использоваться для лечения экземы. Также в некоторых странах масло вечерней примулы было одобрено как лекарственный препарат для лечения экземы и различных воспалительных заболеваний кожи. Опять же, улучшает качество кожи, да, и масло вечерней примулы способствует разглаживанию кожи и улучшает такие ее свойства, как эластичность и прочность. То есть это все, о чем многие девушки, да, мечтают, пытаются добиться различными массажами, какими-то непонятными скрабированиями, которые не всегда несут в себе пользу. И вот в этом случае, если вы хотите здоровую, идеальную кожу, масло вечерней примулы вам в помощь, дорогие мои друзья. И хотелось бы оговориться вот о чем. То есть масло вечерней примулы очень часто назначается, когда у нас какие-то проблемки с кожей есть, основные мы их лечим, то есть, допустим, на фоне гормонального дисбаланса, повышение уровня тестостерона у женщин, которое вызвало, да, воспалительные процессы в сальной железе. То есть это различные причины лечения микробиоты кишечника, да. То есть, соответственно, все это может провоцировать заболевания кожи, лечение кандидоза в некоторых случаях, не всегда, но когда вы ели 5-10 препарат, да, и, соответственно, у вас появилась сухость кожи, тоже можно пить масло вечерней примулы, да, ну, чаще даже в капсулах оно вот продается, соответственно, как бы, дорогие друзья, вреда как такового, какого-то серьезного для организма не несет, поэтому здесь я какую-то вот такую яркую настороженность вам не пишу. Конечно, все есть лекарства, все есть яд, все дело только в дозе, поэтому не забывайте об этом, да, и, ну, больше, чем 1000 миллиграмм, ну, как бы, пить вообще бессмысленно, вот, в сутки. Соответственно, я желаю вам здоровья, я желаю вам здоровой кожи. С вами был Кравцев Сергей. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, задавайте ваши вопросы в комментариях. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Я жду вас всех на своих консультациях онлайн и в Инстаграме. Thank you.